оборудовали площадку. В Саратове прошли съемки фильма «Лайк Кэш». Их устроили в сквере недалеко от городского парка. Это короткометражное кино, больше комедийного жанра, говорят организаторы. Все актеры – местная молодежь. Чтобы приступить к ролям, саратовские школьники прошли серьезный отбор. Всего заявки подали более сотни подростков. Но режиссеры выбрали всего 20 юных талантов. Погружаются в киноактерскую среду, они учатся киноактерскому мастерству, техники речи. В процессе обучения для каждого участника пишется индивидуальный сценарий короткометражного фильма, хронометражом примерно, ну, где-то 5-7 минут. И спустя несколько месяцев обучения и подготовки дети выходят на съемочные площадки города. Это гимназии, это квартиры, это парки. И мы снимаем вот такой телесериал, который имеет очень большой отклик и у телеаудитории. Проект транслируется почти на 100 телеканалах по всей стране. И интернет-аудитория тоже очень любит. На Ютубе около 700 миллионов просмотров. Помимо Саратова, параллельно съемки проходят еще в 4 городах, и, по словам организаторов, у многих юных актеров хорошее будущее. Участники проекта впоследствии трудоустраиваются в различные театры, а некоторые подростки и вовсе уходят в журналистику. Для меня очень так волнительно. Ну, я так понимаю, на сериях приятно себя посмотреть, да? Конечно, да, конечно. Ну и не только на телеке, это же сам процесс, он очень долгий, очень сложный и очень-очень интересный. Так что здесь просто все плюсы, здесь нет ни одного минуса. Это интересно.